Всем привет, друзья мои. Снимаю на телефон. Не знаю, куда смотреть. Вот туда. 20 апреля. 20 ноября 2021 года, сего года. От Рождества Христова. Все, контракт закончен. Смена. Ждем сменщика. Вчера прилетели. Сейчас едут с гостиницы. Ночь кантовались в гостинице. Чтобы не толкаться, было решено сделать так. И утром приезжает, будет смена где-то часик-полтора, и мы едем домой. Сначала записал шорт-видео, вот это вот вертикальный тикток, так называемый. Потом думаю, у меня есть возможность, запишу пока коротыш на телефон, потому что все уже убрано, все с чемоданы собраны. Уже не буду ничего показывать, рассказывать. И вот вышел на мостик, поднялся, думаю, сниму шорт, ну сниму нормальное видео. Все, закончили. Как вы понимаете, вкладки сообщества выложил пост домой, UK, Великобритания, порт Гуль, река Хамбер, восточное побережье. Вот, пришли мы из Пасахиса, добирались, но все-таки добрались. Будет возможность, расскажу, пока не могу рассказывать. Вот, ну, вроде все доехали со второй попытки. Вот, что у нас? Сменщики ехали обычным рейсом, Питер, Архангельск, Москва, Амстердам и потом сюда вот на аэропорт Лидс. Это где-то, я не знаю, какой город, может это город даже, так вот где-то в 50 километрах отсюда. Мы полетим, точнее мы поедем сначала на автобусе. Полтора часа где-то на автобусе, не знаю там, что там сдавать, иммиграционный, немиграционный. По крайней мере, я уже на почту получил запрос на репатриацию. Мы поедем в Манчестер, полтора часа на автобусе, потом у нас перелет на Стамбул, 6 часов, что ли, я посмотрел, и потом перелет на Москву. То есть у нас где-то полтора суток будет, по крайней мере у меня, добирание домой, добираться домой будет полтора суток. Вот, я думал, мы должны были меняться 15-го, но так получилось, что вот только меняемся 20-го. Пока карты раскрывать не буду, нельзя. Вот, думал, билеты в этот раз будут нормально, но также заказали, и как и в прошлый раз, через Манчестер и Стамбул. Не знаю почему. Может быть, из-за дискаунтов, может быть, и просто билетов нету. Может быть, потому что нам нужно через QR-коды, потому что сменщики наши все вакцинированы, мы нет. Вот, из 7 человек 5 меняется, 2 человека осталось еще на подработку, денежек заработать. Вот, а мы пятером едем домой. Вот, четверо в Архангельск, один в Петербург. Поэтому размазывать тут сильно не буду. Погоды сами видите стоят. Я вот сейчас вот 8 утра. Я футбол. Ну, холодно, конечно, уже прохладно. То есть я выскочил так поснимать. Ребята уже ходят, одеваются по-теплому в зимачи. Вот. Сейчас где-то должна приехать смена. Вот пока сидел, высиживал, думал полежать, повалялся. Думаю, надо же немножко коротенькое видео какое-то снять. И поэтому вышел на мостик и снял. В город вчера не ходил, есть возможность, разрешено, есть свободный выход. Я собирал чемодан, подбивал документы на смену, то есть документы на смену экипажа, вот так называемые передаточные бумаги. Вот, поэтому все, 21-го после обеда должен быть в родном городе, в Архангельске. Сегодня у нас суббота, в воскресенье приедем, нормально. Сейчас вот ждем. Главное тут выехать, чтобы пробки не застрять нигде. Ну, я думаю, у нас вылез 16:35 сегодня, поэтому, я думаю, мы все успеем сделать. Потому что все формальности сделаны. QR-код, говорю, прошли мы PCR-тест, ПЦР-тест по-русски. Приходил доктор, сделали тесты. Сегодня пришли результаты, все нормально, все хорошо. Поэтому едем спокойно. Через Турцию ехать тоже нужно было заранее оформить онлайн декларацию о здоровье, все сделали, поэтому можно сказать, что во все оружие готовы ехать домой. Вот, ничего интересного больше не произошло, покатались нормально, весь контракт Северное море, Балтика, а тут вот выдался Бискай, но Бискай мы, конечно, и получили люлей по погоде, и были другие обстоятельства немножко задержаться. Вот, поэтому потом со временем все уладится. Так, все нормально, скажу. Все нормально, все хорошо. Все уладится, потом расскажу. Поэтому буду заканчивать. Вот. Что еще показать? Давайте покажу. Порт маленький. Вообще, разворот на шпрингах в шлюз с реки. Вот там был.
Вот, все скрипело, все трещало. Вот и вся гавань. Вот и все. Я думал, он большой гуль. Я слышал просто раньше. Сюда ходят, сюда северно-морского пароходства. Вон пакеты с лесом, лес возят, пакетированный. А так ничего интересного. Ладно. Мы нас уже немножко начали выгружать. Полгруза выгрузили железо. Вот эти конструкции. А сменщикам повезло, они 2 дня будут стоять. Выходные, суббота, воскресенье, выходные. Поэтому очень хорошо. Это всегда, всегда хорошо на смену. Можно привести себя, можно привести дела в порядок и собраться с мыслями и ехать дальше. Вот. Так что приеду домой, сделаю видео все на расписание, порядка, ну, месяца на 4. Видео наснято, технические, разные, красивые, таймлапсы и всего прочего. Ну и как обещал, по возможности сделаю эфир, расскажу про практику, про приколы на практике, на моей первой, на паруснике. Вот, по видео не успел сделать. Вообще, в последнее время все какая-то беготня, суетня, и все так наложилось. Поэтому было просто некогда. Вот, поэтому буду прощаться. Как я говорю, за сим буду прощаться. Всем спасибо, что оставались со мной в течение контракта. Ждите новых видео, пишите комментарии, буду отвечать на вопросы. Сделаем еще потом домашний стрим по возможности. Вот, поэтому поехали мы домой. 20 ноября, 4 месяца и 9 дней контракт получился. Дома уже все нас ждут. Вот. Всем спасибо, всем пока.